Перед нами замечательное здание. Это ЖД вокзал, центр Парижа, относительно центр, Гар де Лион. Внутри вокзала имеется интересный ресторан. Очень старинный ресторан, называется «Голубой вагон». Так что, если у вас будет возможность, посетить его. Цены не дешевые, но чашечку кофе, возможно, наверное, позволить себе каждый сможет. Прямо напротив Гар де Лиона находится виадук. Строение, похожее на мост, предназначено обычно для ЖД-перевозок. Бывшая железнодорожная станция, или, вернее, полотно, которое использовалось раньше для железных дорог. Итак, что представляет бывшая железная дорога? Сегодня это снизу бутики. Бижутерия, косметика, одежда, предметы быта, украшения какие-то, текстиль. Есть маленькие барчики. А по верхней части это прогулочная зона, зеленая зона для прогулок, пешеходная зона, сейчас я туда подымусь. Виадук длинный, пишут 5 километров, точно не знаю, я не проверяла его весь. Я чаще всего бываю в этой зоне, возле Гар де Лиона, и поэтому я его знаю с этой части. Мне кажется, здесь самая симпатичная такая красивая архитектура. Если вам лень подниматься наверх пешком, то есть рядом подъемник. Вот тут видно подъемник. Один из них находится в Рюне, Нектар Мало, напротив гостиницы Ибиц, рядышком с Гар де Лионом. Так выглядит наш лифт. Итак, поднялись на второй этаж и как раз прямо на площадку. Прогулочная зона у нас тут. Тут есть для отдыха место. Тут указана дистанция. Вот до Бастилии у нас 850 метров. До Венцинского леса 3 километра 850 метров. Так. Ну и, как я говорила, тут пишутся тут 5 километров. Все 5 километров я идти не буду. Я пойду в сторону Бастилии и покажу, как начинается эта зеленая зона. Посередине она стоит между Бастилией и Гар де Лионом. Тут даже липа есть, вот-вот скоро расцветет у нас, уже начало июня. На горизонте вернеются часы Гар де Лиона, очень далеко там. Разве не лепота?
питьевые краники. Вода специально питьевая. Можете пить и не бояться. Начало июня, все цветет. Тут прямо розовый рай. Тоже прямо возле Гарделеона и между Бастилией есть церковь. Она тут видна. Здесь везде указатели есть, куда сколько метров, куда ближе, к Бастилии ближе, 500 метров. Так что приглашаю вас погулять по этому розарию. Замечательные красивые розы. Потрясающе. Ну и выход и спуск. Здесь была я, 100%. Итак, Кулеверт, Рене Дюмонт. Парк. Виадук де Арт. Метьерс де Креасьон. Итак, здесь начинается виадук, если хотите подняться пешком. Пару минут, 5 минут, и вы уже возле Бастилии. Вон там статуя Бастилии на горизонте. Это если в одну сторону. А если повернуть в другую сторону, то видны часики Гарделеон. Это посередине находится. Желаю приятной прогулки по нашему виадуку.